снимаю тебя. Рассказывай. Что-то коляска, да? Да. Видно? Да. Да. Люлька, да? Да. Вообще, вот так. На рынке. Да. А с другой стороны, нам готовят кушать, да? Супчик. Супчик. Вкуснявый такой. Да? А вот уже и принесли. Вот он и супчик. Сейчас а у тебя принесу. Там что? Что, курица? И что ты сейчас будешь кайфовать? Да. Специя. Я поснимаю, поснимаю, как ты там всего заправляешь. Да? Да. Поснимаю, поснимаю. Что кладешь, говори. Это перец с чем-то или с лаймовым соком. А до этого был просто сухой перец, да? Да. Вот девочка тебе еще что-то несет, специи, курица. Рыбный соус. Да. Вот это лишь рыбный соус. Сахар. А зелень всякая. Теперь, да. Это лучок. Супчик называется «Сделай сам». Мне дают только лапшу и мяско туда, и бульон. Ну почему? Там еще, по-моему, отростки. Чеснок у тебя видишь? Отростков я не вижу вообще. Не видишь проростков? Ну, сегодня будет другой суп. Ну да. Нет, она проростки кидала вместе с лапшой, я видела. Да? Да. Сейчас я буду перемешивать, увижу. Ой, пахнет так мятой вообще. Классно. Там еще и чесночок есть. Да, но чеснок, наверное, прикуску. Нам дорогу сейчас. О, есть проростки, да? Есть, да? Проростки. А ну, дай-ка приближу. Красота. Ну все. Делай себе. Все, приятного аппетита. Да? Да.